Так, сегодня делаем обзор на Стивена Хокинга. Краткие ответы на большие вопросы. Вот сначала посмотрел фильм. Очень прикольный, мне понравился. Вселенная Стивена Хокинга называется. Очень сильно приближенный к жизни. И актер как раз успел с ним пообщаться. Поэтому фильм сняли очень круто. Потом нашел эту книжку, решил почитать. Вот, знал этого персонажа. Вот как раз. Очень интересно описывает. Здесь прочитаю сразу темы, которые раскрываются в книжке. Есть ли Бог? Как все начиналось? Есть ли другая разумная жизнь во Вселенной? Можно ли предсказать будущее? Что внутри черных дыр? Возможно ли путешествие во времени? Сохранится ли жизнь на Земле? Надо ли осваивать космос? Превзойдет ли нас искусственный интеллект? Как нам формировать будущее? Вот в этой книжке как раз идут ответы на эти вопросы. Что классно, в принципе, он сложные моменты пытается объяснить простыми такими примерами, рассказывает про черные дыры, вообще очень интересно, здесь тоже черная дыра нарисована, как бы мы вели себя в космосе, реально ли это сделать, какие-то противоречия, которые глупы в мире, и как ученые это опровергают, либо не могут объяснить, просто не касается этих тем. Вот, внутри книжка очень прикольно сделана. Это как раз спектр, да, то есть почему небо синее, что идет свет от солнца, и потом до нас достигает, мы видим последнее уже синее небо. В принципе, страницы очень крутые, здесь белые, плотная бумага, она не просвечивает, поэтому читается очень легко. Вот. Здесь я несколько страниц загнул, то есть есть несколько полезных вещей, что мне понравилось, да, что можно даже перечитать некоторые моменты. Потому что я читал, потом думаю, надо еще раз к этой главе вернуться, и перечитал ее второй раз. Вот. Какие-то вещи оттуда можно почерпнуть для себя. В принципе, очень интересная книжка написана. У кого есть мозги, люди думающие, им интересно будет почитать. Потому что, ну, вопрос там, есть ли Бог, или все там в это верят, или как устроены черные дыры. Некоторые люди смотрят там фильмы, либо читают какие-то статьи, но здесь уже как бы эксперт рассказывает про вообще науку такую, космологию, которая вообще зародилась благодаря Стивену Хокингу, то есть их там, ну, 10 лет, наверное, где-то этой науке, и вот здесь он как раз описывает краткие вот эти все ответы. Книжка очень интересная, и как раз у всех есть мысли свои какие-то, да, потому что кто-то что-то смотрит, слышал, видел, но делать выводы на основе вот услышанного, увиденного. Надо делать выводы на основе анализа услышанного, увиденного, прочитанного. Поэтому тут, если это дает эксперт, то, в принципе, на это мнение можно ссылаться. Тем более, ну, это эксперт мирового уровня. Вот, как раз Стивен Хокинг еще рассказывает там про семью. Здесь его, ну, он писал сам, и в конце дочка его тоже книжку. Книжка не толстая, в принципе, читается она легко. Мне понравилось. Поэтому можно почитать, пусть лежит на полке, можно дать кому-то перечитать, поделиться. То есть это интересно, необычно написано. И, ну, как, не как учебник, а сложные вещи простым языком объясняет. Вот в этом вообще классное преимущество. Поэтому можно спокойно читать, хотя бы по 20 минут в день. Это будет не напряжно. Здесь несколько глав, поэтому все вот эти вот моменты, да, все ответы, как раз на них вы их получите. Но это нужно быть открытым, допустить, что такое возможно, вот, чтобы это не было никакого скепсиса. Поэтому, кому интересно, берите, читайте, советую. Стивен Хокинг, крутой мужик, плохого не посоветует.